Сегодня хотелось бы показать один из вариантов апперкота, спарывающий. Если обычный апперкот, это у нас направление втыкаемое вперед, то здесь действие направлено вперед и как чуть в сторону, подобно ножу, который входит и продолжает движение, вспарывает. То есть суть в чем? Мы не по поверхности скользим, иначе просто обдерем и эффекта не достигнем. Наша задача погрузиться в цель и продолжая движение, как консервную банку вскрыть. Это можно вносить как в корпус, под ребра, желудок, селезенка, так и на верхнем уровне. На верхнем уровне мы наносим удар в челюсть. Вот здесь будет более показательно, когда человек держит руки перед собой, кулак входит, и мы вместе, сдвигая руку, продолжая движение, как бы тоже вспарываем одним движением. Что внизу? Не важно. Либо мы работали с опущенных рук, скидывали, спарывали. Либо мы работали из обычной позиции.